Вот внимание, это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.